Давай, прощай. Сон. Давай. Давай, братья. Давай. Давай. Начнем путешествие. Я жду там голубей. Да, да, да. На Твиттер? Голубые голубей. Всех жду. Полина, пока. Я желаю тебе удачи. Она и пригодится. А я с помощью и помощью пойду. Камеру, да. Ты вперед сейчас? А это камера у тебя. А, нет, это камера у Дэни. Дэни у нас снимается. Серег, ты вперед садишься сейчас? Я вперед, да. Так, ну все. Тём, ты туда назад. Я здесь. Наш первый штраф на сегодня. Нас остановили сейчас в Белоруссии. Превышение вот этого товарища на 20 км в час. Это не я, хоть я сейчас за рулем был, и на меня штрафы. Но ничего, ничего, Серёж. Можете справиться. Ты подожди, мы сейчас будем ехать дальше, и твои Я еду как бог. У меня все нормально. Ты говоришь 120. Вот, ну так что вот круто. Нас первый раз остановили, это здорово. Первый день, первое приключение. Штраф 300 рублей. Там 11... Сколько? 11... 11.50. 11.50. Вот. Ну ладно, в общем, ребят, наше приключение только начинается. Мы сейчас в Беларуси, мы проехали первую 1000 километров практически. Это круто, мы близимся к нашей цели. И знаете, что хочется первостепенно, когда мы приедем? Какой-то жирной и сочной еды. Кто поддержит тебя? Я думал, ты сейчас скажешь про какую-нибудь женщину, жирную и сочную. Жирную и сочную женщину. Так я и говорю, ребят. Ты ее сожрешь, ты что, каннибал? Тогда мы должны кого-нибудь сбить, мне кажется. Я пойду оплачу. Оплакивать. В кассу, пожалуйста, пройдите. Да здравствует король. Ну что ж, ребята, сейчас мы находимся в Чехии. Вот она, вот такая красивая. Здесь очень прикольно. Я уже второй раз в Чехии, потому что мы в прошлый раз жить тоже были здесь с туром, и это было очень круто. Сейчас же мы в городе Брно, и мы сюда заехали просто сейчас на 5 минут, потому что мы сейчас едем в Венецию, и, блин, здесь очень здорово. Здесь очень красиво и очень весело. Да, дети? Чехия всегда привлекала, на самом деле. Это такой такая страна. И вот города у них прям чем-то напоминают все-таки Россию. Да много чем, на самом деле. Но здесь такие прикольные люди, такие веселые. К сожалению, в этом году мы без концерта здесь, но все равно мы сюда заехали, потому что было совсем рядом. И в любом случае, мы бы себя не простили бы, если бы мы проехали дальше. Мимо. Не дальше, а мимо, я имею в виду. Вот так. Ну что ж, надо возвращаться. Вон там ребята уже идут. Мы сейчас зашли в несколько магазинчиков прикупить разных вещей. И отправляемся дальше. Путь долгий. У нас еще осталось 700 километров до Венеции.
А мы бежим, движемся и движемся. А он, кстати, не бегает. Все будет чисто. Кстати, вот, вот смотрите. Покажи язык. Ай, хорошо. Неплохо. Здравствуйте. Если хотите грамотно заправиться газом, обращайтесь. Я здесь с утра до 8 вечера, ежедневно.